Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олха. 22 день и 50 рун я с удовольствием забираю. Так, ну что, давай посмотрим, есть ли у нас ежедневки на сегодняшний день. Есть, но они будут не сегодня, а через один день 6 часов. Так что, ребята, сегодня у нас получается будет только арена. И 75 миллионов рыбы. Ну, тут ничего особого не выпадает. Что? А, сезон скоро кончится. И что? Давай на рынок. У нас с тобой 1000. Ну что, ребят, покупаем, что есть. Куда нам еще тратить, да? Сезонные награды. Рыба, древесина, древесина. Руны и 125 рун. Вот. Здесь заберем тоже наградушку. Так, здесь у нас снеговик где-то завалялся. Вот он, мы его забираем. Сарделька. Давай, родная моя. Кто-то спрашивает: Рэй, почему у тебя вот в этом видосике иногда пропадает звук? Ребята, вот эта музыка, которая играет на заднем фоне, она, понимаешь ли, запрещена авторскими правами. Поэтому мне ее, точнее, YouTube ее почищает. И, соответственно, там просто пробелы. Там тишина. Вместо, естественно, этой музыки. Как бы он затирает это все. Так что, ребята, не удивляйтесь. Это не у вас там с наушниками или с этим, с колонками. Что-то не в порядке. Это вот так вот YouTube решает такие проблемы. Просто затирает музыку и все, ребят. 25 шестеренок. Так, Грамгильда. А почему я тебя не отправил? Иди-ка, наверное, ты в приключения, и отправим тебя вот за 60 рун. Лети. Так, Грамгильда, а ты мне что-нибудь хорошее принесешь? Сейчас, либо тусклый янтарь, либо фрукт. Посмотрим. Ну, естественно. Ну, естественно. Ну, тусклый янтарь. 1800. Самая нелепая награда. 350 не хочу тратить. Пускай летит на остров изгоев. Вот. Ну и собираем ресурсы наши, ребят. Что делаем еще? Ресурсы собираем и сразу же отправляем их на поиски следующих. Так, ветрокрыл, домик. Домик, ребят, у нас готов к улучшению. Опа, новое сооружение, академика. Академия. Опытные дрессировщики в академии позволяют повысить уровень драконов до 112 уровня. Ты, блин, серьезно? Вот оно что. Вот, друзья мои, так. А чтобы улучшить... Чтобы улучшить, нам нужно с тобой 80 железа. Ну, по крайней мере, хотя бы все. Теперь понятно, что к чему и почему. А я думал, как мы будем с тобой улучшать. Думал, блин, зал совета прокачивать. А нет, получается все намного проще. Так, давай-ка тоже лети. Чего не хватает? А, тут же ты за рыбу летишь. Так, подожди, стоп. Вернись. Лети. Да что такое-то? 360, да как так-то? Обучить. Слушай, ребята, ловушка лом у нас готов прокачаться. Блин. Не знаю пока, ловушка лом, постой, подожди. Решу твой вопрос, но чуть попозже. Так, теперь можно, кстати, вот этого отправить. Лети, родной. Так, ты-то у меня тоже лети за древесиной, ты пока за рыбой. Ты у меня за древесиной. У тебя выбор невелик, так что ты за древесиной, ты за рыбой. Так, ты прокачаешься у меня в титаны в конце-то концов или нет, а? Шепот смерти. Да неужели? Преобразуешься как-нибудь? Никак вообще, ребят, не преобразовался. Нисколечко. Так, за рыбой. Ты... Подожди, кто там? А там нету никого. Ладушки, давай дальше смотреть. Тут у нас уровень получает. Вернулась, родная моя модификрылка. Так, модификрылка, надо тебе идти за рыбой. Ну, давай, радуй. 120 рун, да? Ну, конечно же. Что еще он может дать? 120 рун. Ну и вроде бы пока с этими, с драконами мы... Буйволорд. Буйволорд там у нас стоял, да, без дела.
Так, ну что, мы с тобой отправляем нашего беззубика на очередное, ребята, приключение. Пускай он ищет вот ночного стража, эксклюзивного. Пускай, пускай. Так, ну а мы с тобой открываем пак. Бесплатный. Монеты Одина плюс кревет, шторморез, вострозуб. Ну и немножечко, как ты видишь, ресурсов нам здесь еще подкинули. Так, что у нас по драконам? Сломанный меч, все дела. Отправляем на поиски. Где там следующий? Вот он. 9000 рун, да, мне нужно накопить, чтобы открыть, ребята, для Хейден дракона. Но это на самом деле дорого. Очень дорого. Так, а ты что мне там просто так сидишь? Давай за древесиной чеши. И водорез, кстати, тоже, а? Хижина занята. Тогда дерево добывай. Так, ну что, ребята, у нас, по-моему, здесь все собрато, да? Что у нас можно было? Остается только лишь играть. В арену. Ну, в арену тоже, ребят, нормально, потому что у нас ничегошеньки там нету. Все паки мы с тобой потратили, так что нужно их, естественно, забивать. Так, наградочку, пожалуйста, мне. Что там выпадает? О, пак. Загадочный, ну-ка. Шоп от смерти, чудовище, шторморез. Ну, нормально. Все, здесь разобрались. Здесь последний, по-моему... А, нет, обмен. Блестящий янтарь. Сразу заказываем. Ага, погоди-ка секундочку, а я могу? 1990 железа, да... Ой, у меня аж прям поплохело. 1990... Да это почти 2000 железа. Такое впечатление, что здесь... Мы добываем, знаешь, железо как... Просто пойти и собрать какой-нибудь элементарный ресурс. Секешь, о чем речь? Ну все, ребята, я иду не на задание Олуха, а на... Сегодня было какое-то обновление, вот видишь, до сих пор все прогружается. Идем на арену, ребята, идем на арену. Кстати, блин, ладно. У нас же Барсик уровень получить хочет. Вот что я хотел сказать. Я за кадром, когда я играл, сделал такое прекрасное чудо, но не стал его прокачивать специально. Хотел, чтобы мы его прокачали все вместе. Я думаю, ему будет приятно за нас всех. Ну что, давай, 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 родной. О, промахнулся солидно. Да ну нафиг, что ж ты не пробил-то его. Вот это вот плохо, что заморозочка. Так, ну что, пробьем. О, это же страж. Че я на него лезу-то? На него лезть это бесполезно, надо вон того крылатый ужас бомбить. Ух, хильнемся. Да, крылатый ужас бомбанем с тобой, ну и дальше уже будет все как по маслу. Сейчас двойная атака, наверное, разнесет. Так точно, ребят. Двойной атакой ушатало мне. Ну, а этого... Так, удвоение энергии. Нет, родной. Это как-нибудь давай в другой раз выпендривайся. А сейчас мы будем тебя просто разбирать. Кстати, следующие домики у нас идут, ребята, от 60 железа улучшения. Это так, к слову. Так, здесь у нас громорог, костолом, ну и кревет, естественно, куда же без него. Сразу бьем у того, у кого повышенная, как говорится, повышенная не атака, а повышенный урон. Так, ну здесь надо все равно добивать этого охламона, громорога. Так, креветик, хоп, укусил. А это, наверное, будет бафать. Нет, не бафает. Больше он никогда никого не бафнет. Будет разбег делать, 100% говорю. Этот чудик у нас без разбега. Он делает дебаф. Он вешает сайленс, тишину, молчанку. И, как видишь, понижает нам с тобой защиту. А сейчас будешь что делать? Просто атаковать. Ну, конечно, ему, ребята, по пониженной броне любо-дорого, да, атаковать. На.
Ну, ушатываем. Ничего не вышло, парень. Ничегошеньки. Так, а здесь у нас с тобой Барсик, Пристиголовый и Громыль. Кусаем здесь. Давай сюда двойную атаку. Так, вражеский Барсик что-то там начнет сейчас. Кого? Нашего Барсика бомбить. Укусик. Сейчас они будут вдвоем здесь ходить. Но мы с тобой хильнемся, должны успеть. Да-да-да, отлично. Двойная атака сюда. Так, сейчас он нам в ответку, наверное, пропишет. Кусаем. Ну что, понижаем, наверное, да? Вообще убиваем. Фаербол сейчас полетит. Не стал он почему-то делать фаербол, не знаю почему. Но это, видимо, зря. Вот, ну, тут как-то быстро вообще. Так, ребята, ну что, мы с вами, как видишь, получили редкий пак и два обычных. Заряжаю редкий. Плюс пак вождя. В нем шепот смерти, шторморез, ужасное чудовище, костолом дикарь и сарделька. Сарделька, ребята, хочет прокачаться шикарно. То есть мы сейчас с тобой прокачиваем двух драконов. Это Барсик, как ты видишь, 120 карточек мы получили. Итого он получает 16 разряд. Довольно неплохо прибавка, особенно по здоровью. 16 разряд. И сарделька наша, которая получает 12 разряд. Улучшаем. Слушай, атака 47, да, у сардельки? А сколько атака у барса? 55. Как ни крути, барс выигрывает. Причем у барса 2 атаки. А у сардельки, кстати, тоже 2 атаки. У него 45, а здесь... Короче, на 10 очков больше получается. Так, ну что, ребята, двигаемся на следующие поединки. Все равно начать схватку, конечно. Еще хотим получить пак вождя, верно? Верно. Так, ну, показывайте, кто там у нас. Громорок, ага. Ну, шторморез как бы меня не интересует в данный момент. Вот, наверное, с этой начнем. Так, она что у нас делает? Тоже, по-моему, пуляется, да, этими лазерками? Ну, да. Упс. Ребята, вы потише бы, а? Громорок сейчас ушатает, мне кажется, кривоклыка. Ау, беспощадные гаденыши, а ты посмотри. Давай сюда сделаем. Я все равно хильну сейчас. Я все равно сейчас буду лечиться. Поэтому я ее не стал добивать. Ай-яй-яй. Барсик, красавчик, ушатал его, молодец, умница. Ну, давай понижаем защиту. Барсик готов. Вот и все. Уровень подняли, уже эффект, чувствуешь? Ну, а здесь у нас пристиголовые, опять же. Кривоклык. Ну и сарделька, собственно, персоны. Начнем по пристиголовому бомбить. Угу. Так, я думаю, вот так вот лучше сделать. Сарделька вредная. 19 уровень, я манал, ребят. Опа, 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 с какого перепуга-то? Трэш. Атакуем сюда. Твою налево, это вражеский. Блин, я думал, это мой. Давай ушатываем тогда. Слушай, мы, наверное... Да, мы, наверное, потеряем с тобой сейчас кривоклыка, скорее всего. Ты серьезно? Ну, этот тогда добьет. Так, нам, наверное, залечить надо раны. Уничтожить вот этого супостата. И остается лишь сарделечка одна. Со своей жесткой атакой. Хильнемся. И будем потихонечку пробивать. Да, жалко нету кривоклыка. Он бы тут с удовольствием бы эту зелень бы помуслякал, да? Своей атакой. А так даже с пониженной броней фиг пробьешь. На тебе. Ну что, Барсик готов? Давай, добивай. Сегодня ты у нас покуражишься. Так, друзья мои, здесь у нас Хофер плюс Кревет и Громыль. Начну, пожалуй, с Хофера. Так, нет, ты влупляй ему.
Блин, Громль психует, видно сразу. Кривет. Все-таки решили мне уничтожить Барсика. И у них получится это, скорее всего. Хм. Раз, два. Здесь просто уничтожим. Добьет. Добил. Ну, а здесь мы можем сделать с тобой, наверное, вот так вот. Пускай он его бомбит. Этого Громля. Мы еще и поможем, да, ведь? Конечно, поможем. Ага. На тебе. Так, Кривет, уничтожай своего кореша. Спасибо большое. Такс. Я, знаешь, что боюсь? Что вот сейчас он накопится энергию и сделает электрическую эту фигню. С повышенной этой атакой, по-моему, нам кранты, ребят. Это повезло, что он сюда не попал. Просто чисто, ребята, везение. Иначе нам бы тут крышка была бы. Ну-ка. Все. А так победа. Ну что, открываем с тобой последний пак вождя, который мы заслужили. Так, Громль, Вострозуб, Водорез, Барс и Вепрь. Оу, пещерный скалотряс чемпион. Вот так вот у нас все это вышло. Так, знаешь, что я еще хотел сыграть? Я хотел вот здесь вот, ребята. Подожди, как там у нас? Подожди, а как мы должны там драться-то? Я уже забыл. Катапульт. Да катапульт, это понятно, что катапульт. Как мне сделать? Так, ускорьте, выполните 10 ежедневных... 9 ежедневных заданий. Так, древесина. Оборона олуха. Так, давай начнем. 4500. Прикольно выглядит, конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Так, это зачем я взял? Уже у нас на задании. Ну что, к бою. Защитите олух. Защитите олух. Ну что, погнали? Пропускаем. Так. Но... Нифига там. Слушай, нормально так наяривает. Сколько нам нужно? 9. Давай. Шик и блеск. Заплевываем. Так, кто там буянит? Вот это мелкая, да? Пакость. Ай-яй-яй, один отстрелялся. Блин. Прикинь, не получилось у нас. Мои дракончики обиделись и ушли. Отступаем. К сожалению, фейл. Жаль. Я думал, что мы сможем разобраться. Но нет, не получилось. К сожалению. Ну, зато мы воспользовались катапультой. Так, значит, наша следующая задача, да, получается, это прокачать академку. Для того, чтобы ее прокачать, нам нужно 80, ребята, железа. 80, то есть еще 20-ки нам не хватает. Как 20-ку железа получаем, сразу улучшаем. И у нас будет максимальный уровень драконов 112 уровня. Как раз тот самый необходимый уровень для того, чтобы... Так, тут лохань для рыбы. Для того, чтобы... Подожди. По-моему, для того, чтобы прокачать кузню, если я не путаю. Ну-ка. Да, вот. 15 драконов 112 уровня. Как раз вот сюда. Так что все в наших руках. Так, давай-ка мы отправим. Чтобы место там не пустовало. Все равно железа пока нету. Пускай тренируются, да? Ой.
Тихо, чуть. А прикинь, было бы у меня эта сумма, да? Я сейчас бы сфейлился бы. Так, и ты тоже лети. Прокачивайся. Еще эти статуэтки нужно прокачать как-то. Видишь? 42. Это у нас и янтаря светлого. Кстати, давай-ка, может быть, можно сейчас что-нибудь. 42. За 42 ты ничего. Вот изваяние быстрых когтей, оборона уха. Драконы быстрее перемещаются по полю боя. А давай сделаем. Пускай они перемещаются действительно быстрее по полю боя, а то еле-еле двигаются. И что там у нас еще? Что-то же еще, по-моему, есть, я видел. Сколько у нас осталось? 20. Ага, тут Ветродуй, Буйволорд. Слушай, ну если мы с тобой еще наберем немножко. Надо все эти статуи ставить. Абсолютно все. Так, видишь, дело в том, что мало того, что ставить их, еще нужно прокачивать. Как-то вот так. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.